Всем привет, меня зовут Глеб, и в сегодняшнем ролике я сделаю то, что не рекомендую делать вам дома, а именно я своими руками соберу электронную сигарету. Для нашего самопала нам понадобятся плоскогубцы, кусачки, дрипка, аккумулятор, мы взяли шоколадку, но лучше брать что-то более амперное, синяя изолента и самое интересное, проволока диаметром 6 мм в изоляции. Стоит упомянуть, что в дрипке должен выпирать пин, а то быть беде. Ну и еще я забыл про то, что нам нужно что-то крепкое, чем мы будем формировать кнопку. В нашем случае это топор. Обезопасим себя, поэтому заклеим один из контактов заранее приготовленной синей изолентой. Берем проволоку и аккумулятор и начинаем мотать. Если вы когда-нибудь пытались сделать спираль из 0,9 кантала, это что-то подобное. Прошу прощения, что руки ходят туда-сюда, было сложно удержать все в одном положении. Вот такая штука у нас получилась. Один конец мы загибаем, он будет кнопкой, а второй конец будет коннектором. Обрезаем запасом, вдруг пригодится. Будьте аккуратнее, чтобы не пораниться. Зачищаем примерно по 3 сантиметра с каждой стороны. В итоге получается вот такая вот спираль. Берем топор и идем на улицу сплющивать кнопку. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на социальные сети, все ссылки будут под видео в описании. После буквально 30 ударов у нас получается довольно неплохая кнопочка. Пришло время сделать коннектор. Тут все еще проще. Делаем небольшую петельку при помощи плоскогубцев для дрипки. Получилась вот такая закорючка. Накручиваем дрипку и продолжаем. Вот так вот выглядит готовый сетап. Устанавливаем аккум и понеслась. Пришло время испытать этот самопальный медный вейп. Гладит, черт. Кнопка не греется от слова совсем. У меня палец холодный, хотя на улице сейчас плюс 39 градусов. Спасибо за просмотр. С вами был Сигарет Нетбай. И до встречи на нашем канале.